студия, подарившая вам судьбу богов. Я избранный судьбой. И симулятор деда. Я видал всякое. Возвращается. Чувак, а ты чем вообще занимаешься, если не секрет? Йоу, я тестирую новую разработку VR-симулятор соломки. Студия Game Masters представляет новую, крутую, потрясную нашу игру. Правда, в процессе разработки мы опять слили все деньги, остались с голой жопой, так что спонсор нашей игры — другая игра — War Thunder. Переводится, если вы не знали, как «Гром войны». Здесь можно громить врагов и воевать на технике от классической до сверхсовременных боевых машин. Сотни танков, самолетов, кораблей и вертолетов разных наций. Участвуй в масштабных сражениях сам или с друзьями. Теперь War Thunder есть мировая война. Эпические реалистичные битвы для десятков игроков. Измени ход истории. Скачивай War Thunder бесплатно по ссылке в описании, чтобы получить в придачу бонусы. Ну а мы представляем вам свою игру. Нет, не эту, реально свою. Короче, Егор, объясни, что к чему. Еще не устали от однотипных проектов, эксплуатирующих российскую тематику? Что ж, тогда Game Masters порадует вас еще одним. Экшн-адвенчур с элементами стелс. РПГ. Шутера. Ладно, на, только отвали уже. Экономической стратегии и примесью пошлых квестов из нулевых. Окунитесь с головой в гениальный сюжет про удивительную жизнь главного героя, которая не особо-то удивительная на самом деле. Он типа плохо учился в школе, бытлил на всех, выпендривался и любил только физру, а потом пошел в армию. Там он чутка пострадал херней, научился пользоваться оружием и еще больше озверел. Ну и короче, так он и стал тем, кто он есть. Тупорылым и криповым вышибалой долгов. Принцип коллектора. Сначала мы хотели назвать игру «Коллекторс Крид», но на нас подали в суд представители торговой марки «Егор Крид». Если в двух словах, то просто ходи по полностью открытому миру и вышибай долги с населения. Ты можешь открывать новые карты. Волгоград, Тольятти, Барнаул, Астрахань и брать на них заказы разной степени сложности. Заказы легкого уровня не требуют особых умений. Например, наорать на студента, который просрочил оплату кредита за айфон, подаренный девушке, которая его уже бросила. Стучать в окно задолжавшего маникюрного салона и долго, крипово смотреть туда. Названивать по ночам матери-одиночки, которая не внесла за стиралку, и дышать в трубку. Громко дышать. Долго. Так, чтобы все боялись. Ну или дать подзатыльник деду. Просто так. По достижению определенного уровня тебе станут доступны заказы посерьезнее и более изысканные способы выбивать долги. Семья, которая целый год пользовалась услугами экстрасенсов и торчит лично Башарову. Магазин колготок, который заказал себе у Лебедева новый логотип и встрял на 250 лямов. Ну или просто дед. Просто дед, который нахватал кредитов, а ему вообще насрать. Дверь не открывает, трубки не берет, толком не видит, не слышит, даже боли не чувствует. Да, ну и задачка. Для того, чтобы выбить сумму покрупнее, тебе нужно довести шкалу стресса у должника до высшей отметки. Поэтому прокачивай основные навыки. Силу, чтобы вышибать двери и выносить мебель и технику. Интеллект, чтобы бросить заниматься этой херней и найти себе нормальную работу. Искусство, чтобы бомбить изысканные угрожающие граффити вместо обычных надписей в подъезде. Убеждение, чтобы решать все на словах. Долг надо бы навернуть. Ну иди сюда, на! Ну и обоняние, чтобы... Фиг его знает. Чтобы почувствовать страх должника даже через дверь. Или чтобы просто нюхать пироги, стоя у прилавка. Не забывай, что грамотно подобранный образ усиливает уровень стресса у окружающих. Выбирай как можно более угрюмые сочетания и покупай различные шрамы, татуировки и уродства. Кого, по-твоему, задолжавший испугается больше? Его? Или вот его? Ну, а если ты как следует прокачался и разбогател, то ты переходишь в высшую лигу. Создай свое коллекторское агентство, нанимай упырей и отморозков и вышибай долги в еще больших масштабах. Закончились должники?
Понатыкай по всей карте микрозаймы и готово! Деньги потекут рекой вместе со слезами неплательщиков. Стало скучно? Тебя развлечет специальный онлайн-режим «Коллекторская битва», в которой тебя и 50 других оболтусов выкидывают из автобусов в поле за городом. Без всего, даже без одежды. И ты должен первым успеть выбить долг из пенсионера, пока это не сделали другие. Не забывайте, что у должника от страха постоянно сужается... неважно. В общем, зайдете и сами глянете, только не забудьте интернет оплатить. Ну и конечно, конечно, как только вы вдоволь наиграетесь, вас ждут всякие DLC, в которых вы побываете в разных эпохах. Жги чужие чучела и ломай хороводы в Киевской Руси. Выбивай с крестьян дурь, жги им сараи и топчи огороды в 17 веке. Или взрывай ларьки, рынки, вообще все вокруг в 90-х. Устрой там мясо, это ж, блин, 90-е. В общем, скоро, на каждом углу и в каждом доме. Берите, требуйте, угрожайте, ждите. На всех платформах мира. Не хватает денег на покупку? Возьми в кредит. До скорых встреч. Подписывайтесь на наши каналы, если ждете новых крутых отечественных анонсов.